От Анапы до Абрау-Дюрсо – местность, которая привлекает туристов, а также тех, кто желает поселиться у моря. Это означает и общность проблем. Прежде всего, повышенную нагрузку на инфраструктуру, начиная от водопровода и электрических сетей, заканчивая местами в детских садах и школах. Законодательное собрание принимает краевой бюджет, утверждает трансферты муниципалитетам, распределяет деньги, поступившие из федеральной казны. В условиях напряженности бюджета всех уровней важны аргументы. По мнению Юлии Пархоменко, у Анапы такой есть. Сегодня это главный детский и семейный курорт страны. И это необходимо использовать, активнее продвигая идею. Тогда отдельной строкой в бюджете Российской Федерации будут идти сюда расходы. И тогда по-другому будут строиться дороги, освещение, будут решаться вопросы канализации, очистки береговой зоны. Второй ключ к развитию территории – эффективная и многоотраслевая экономика. Нужно продолжать развитие агротуризма, поддерживать местных производителей, чтобы с одной стороны было больше продуктов и ширилась конкуренция, с другой – появились новые рабочие места. Выбор своего представителя в краевом парламенте Юлия Пархоменко считает важным делом. Нужно прийти и проголосовать, приняв взвешенное решение.